Это видео носит информационно-познавательный характер. Хочу поделиться с вами своим увлечением, хобби. Это изготовление дубликатов. Посмотрите, вот сейчас я вам более детально сейчас покажу. Очень много разных разновидностей, все их не получилось собрать. Ну вот частично я вам показываю. Также постоянно пополняется. И цвета, и расцветки все разные. Можете посмотреть более детально. Номера, любые логотипы наносятся лазером, как белым лазером, черным лазером. Все это делается на заводе. Вот видите, на роторе. Вот это вот тоже необычные пломбы. Они нанесены краской. Несколько слоев краски. Надо высохнуть. А вот видите, с другой стороны. Вот не скрывать. И вот с краской. Те же, вот, пожалуйста, тоже эти пломбы. Но они уже нанесены лазером. Вот их много разных. Таких только не бывает. В принципе, я знаю, какие пломбы в каких годах ставились. Ко мне обращались за помощью друзья. И вот как раз я выяснял, когда, в каких годах ставились пломбы на счетчики. Вот тоже антимагнитные. Можно без реакции на магнит сделать. Ну и вот, у них пришла пора менять счетчик, а счетчик был не опломбированный, а соседи уже оштрафовали за то, что был не опломбированный. Не докажешь, что он не был, что они не опломбировали. Приходится другу доказывать, что, чтобы не доказывать, что он не сорвал пломбу, за которую, чтобы не оштрафовали. Просто выяснили, нанесли логотип, поставили, ну и вопросов не возникло. То есть человек избежал штрафа. А люди говорили, что вообще может пересчет газа за весь период быть. То есть это, конечно, очень прискорбно. Здесь я просто вот тренировался, наносил. Вот белый лазер, сверху черный. Но это вот тренировки. Черным лучше получается, конечно. То есть вот эти всякие пломбочки. Также, в принципе, если вы готовитесь к поверке, можно не только пломбы, но и очень часто не проходит. Вы заплатите деньги, а поверку не пройдете. Мы можем чем помочь? Прогнать его на стенде. Смазать, заменить какие-то детали. Ну, обычно смазкой дело ограничивается. Регулируем, чтобы он показывал. И у вас счетчик проходит поверку. И получается, что вы сэкономите на покупке нового счетчика. Вот это все заводское. Вот это на СГМН заглушки. Наносится, вот, пожалуйста, номер также на заводе. Обратите внимание на мастичные пломбы. Что это такое? Это вот на примере крышки стекла на СГМН. Вот сюда, вот сейчас покажу, на соседний уже СГМН 1М новогрудок. Вот сюда ставится болт, держащий механизм. Вот как это выглядит. То есть механизм держится, и чтобы снять механизм, нужно открутить болт, который находится, на болту стоит мастичная пломба, и прижимается она вот пломбой пластиковой заглушкой, вот этим маленьким кругом.
То есть это все тоже есть, интересно. Также разбирали эти счетчики. Очень много я их разбирал. У меня супруга работает в экспертизе, имеется доступ к натуральным материалам, инструментам, обучению, запчастям всем. Это заводские, все с разных заводов. То есть знания и антивандальных меток, и как это все настраивается. Все это есть, опыт есть. Поэтому обращайтесь. Очень много ребятам, своим друзьям всем помог. В принципе, такое. Можно вот на 10-й счетчик тоже вот. Можно сделать, кстати, модернизацию, если хотите. Будете со счетчиком сами. Расскажем, как платить поменьше. Нет проблем, будете экономить. Ну, в нашей стране надо экономить, экономить, экономить. То есть, если есть возможность, лучше всего сэкономить. Вот, пожалуйста, крышки на АБК. Тоже все это заводское. Вот я специально выделил защелку, чтобы это ставить на счетчик, чтобы нельзя было снять. Сломается. То есть есть два варианта. Есть съемник, а есть еще, ну, можно крышку купить. Это три варианта. И третий вариант, вот, можно приобрести крышку сделать без защелки. И будете снимать, уже не сломаете крышку. Вот, хотел вам еще показать. Обратите внимание на гвоздики. Ставится оттиск, и не нужно ни пломбиров. Ставится и снизу, и сверху оттиск. Зажимается это все пальцами. Если у кого пальцы слабые, то можно, ну, подскажем, как это сделать. С оттисками уже поставил родную пломбу, и все, она будет стоять. Не надо, это и намного дешевле, чем покупать пломбиры. Для БК это очень дорогие. Опять же, плашки, наносить гравировку. Ну и не каждый справится, чтобы не сломать крышку. Это очень, в принципе, сложно, для этого и делается. И покажу я вам настоящий гвоздь. Пломбу, свинцовую гвоздь. Видите, она с заходом. Она неровная. То есть у нее получается заходик, это чтобы ставить, не ломая крышку, ставить гвоздики. Вот настоящий люверс. А то я смотрю, просто люди умудряются продавать эти гвоздики, которые на коленке сделаны. Тут же специальные диаметры. Они даже не знают диаметров ни ножки, ни крышки, ни высоты. Они этого не знают. Ставят люверсы для кройки и шитья. Прям, ну, смешно. Ей-богу. Также занялся я, вот счетчик Берестия, СГМН, шильдиками. Так как стало очень много поступать предложений сделать шильдики, помочь, из-за того, что они просто выходят из строя. Либо ломаются. Вот на Метриксе часто, кстати, ломаются. На СГМН они расслаиваются, как и на Бересте. Вот видите, вот мне друг показал. Вот я для съемки с его разрешения делаю. Ну, видите, номера разные. То есть было сделано три вида разных. Ну, он все-таки предпочел, который прям, чтобы у него, как у него было. Также вот второй тоже вот знакомый заказал. Можно ставить, то есть, чтобы не менять счетчик. Также вот антимагнитные наклейки можно сделать. Не без реакции на магнит. Магнитом можно и просто наклейки. То есть все можно сделать. Это заводское качество. Обращайтесь, спрашивайте. Объясним, поможем.
Наш девиз – экономия. Наше сложное время, это видео, скажем так, антикризисное. Надо друг другу помогать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.